Вот они все сидят из этого аквариума. Мойка аквариума, назову видео. Воду я взял изначально вот так вот из аквариума, набрал, которая была. Выловил туда креветочек, чтобы они меньше стресса. Также скажу, многие советуют, когда креветка беременная, вот вам информация, когда креветка беременная, чтобы ее отсаживать отдельно от остальных. Сразу говорю, это не очень хороший метод. Лучше отсаживать вот так вот. Потому что, когда они в кучке, креветки, они меньше стресс испытывают. И воду я взял из этого же аквариума для того, чтобы меньше испытывали стресс. Подмену я делать буду полностью. Я, то есть, почти полностью, ну, маленько я слил водички, правда, оставлю. То есть, ну, грубо говоря, вот 10-литровый аквариум, вот так вот, на 50% будет новой воды. Вот так вот. Когда они все вместе, они меньше испытывают стресс. Также здесь, сразу скажу, здесь есть беременные креветки, парочку. И из-за того, что я вот воду набрал, они практически ни одной икринки не потеряют. Да, не практически, а точно ни одной икринки даже не потеряют, ни одна икринка не погибнет, и они... То есть выйдут на свет. Все выйдут на свет. Вот я фокусирую. Вот так. Вот такая мойка аквариума. Не очень сложно, занимает времени минут 5. Все отдельно, растение, скажу. Растение, роголистник, оно недолго здесь полежит, оно вот лежит минуты 2-3, ему ничего не будет за это время. И все, сачок. Ну ладно, я пошел мыть.